Этим выпуском мы начинаем новый цикл, посвященный биоархеологии. Здесь, если верить кинематографии, встречаются совершенно детективные сюжеты. Травмы у охотников каменного века. Что мы об этом знаем? Что охота была основным занятием. Конечно, и собирательство тоже, но главным образом это была охота. И такой род деятельности должен быть сопряжен с разными опасностями. То есть мы видим некую преемственность генофонда на территории Западной и Восточной Европы. Красавчик с маленьким мозгом. И, как мы знаем, объем мозга не говорит об уме. И часто на примере современного населения мы встречаем эту патологию, ну, например, у профессиональных спортсменов, занимающихся теннисом. Mm-hmm. В этом месте обитали самые древние охотники на территории Восточной Европы. То есть это образ европейца той эпохи.